В районе города Ржев Тверской области были найдены останки троих казахстанских бойцов с медальонами. К сожалению, имя одного бойца установить не удалось, так как отсутствовал опознавательный медальон. Двое других – уроженцы Коркалжинского района Акмолинской области. Это бойцы Жуманов Камен и Жумабеков Толеубай, которые были призваны на фронт в один день Коркалжинским районным военкоматом Казахской ССР Акмолинской области 21 февраля 1942 года и погибли в один день в одном окопе от разрыва вражеского снаряда. Акиматом Акмолинской области совместно с общественным объединением «Атамнын Аманаты» проведена работа по транспортировке останков солдата на родину. Естідік қой әгірін, немен еді әгір? Сотканың несімен. Сола естідік біз. Мен ол 80 жылда әкем табылады деген ойлағанда жоқтым. Өзім 83-ке келдім бәзір. Мен 3 жасымда қалдым әкеммен. Әкем 41-ші жылға етті, мен 3 жаста қалдым. Әкемнің түсінде түрінде білмейін. Әдәу қаршыкеден көрім сол. Сол менің жағдайым. Сол қиыншылықты көрдік, шешемізде ерке болды, жетім болып өстік. Уважаемые участники акции, все больше и больше времени отделяет нас от Великой Отечественной войны. Мы многое сегодня делаем для того, чтобы сохранить в памяти нового поколения пример ратного подвига наших дедов, отцов, отстоявших отечество от фашизма. Из 90 тысяч наших земляков-акмолинцев вернулись с войны живыми чуть более 37 тысяч. Мы гордимся, что среди более 500 героев казахстанцев значатся имена наших земляков, среди которых герои Советского Союза Александр Герман, Николай Глотов, Ахан Курманов, Петр Меньшиков, Николай Сергеенко и многие другие. Даңқты батырларымыз Рахымжан Қошқарбаев, Талғат Бегелдинов, Сағдат Нұрмағамбетов, Малик Габдуллиндердің есімдері тарихта алтын әріптермен жазылды.